Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который заказал вот этот вот пользователь Кузько Александр. Саня прислал 300 рублей и написал: «Это тебе моя монетизация». Спасибо, Саня, за монетизацию, да-да-да. Ну, там просто помните, у меня монетизацию отобрал YouTube. Ну, вроде я сейчас немножко один подписчик им помог с этим вопросом, за что ему огромное спасибо. Дело это не в деньгах, поймите правильно. Дело не в деньгах. Дело в том, что ролики без монетизации не продвигаются. YouTube меня задвинул бы вообще, я бы, не знаю, канал, может, стагнировать начал бы. Мне это не нужно. Так что дело не в деньгах. Но, Саня, огромное спасибо. Спасибо за монетизацию. Так, в общем, Саня прислал, заказал Куплинова. Смешные моменты с Куплиновым, 29. Это название, я не ферштейн по-английски. Ставлю лайк. Комментарий пишу для развития. Вас попрошу проделать те же самые манипуляции со мной. Комментарий напишите мне, лайк поставьте мне, а я буду начинать. Да. Кто хочет, если роблик заказать, внизу в описании ссылочки есть. Там же есть ссылки на Boosty, а на Boosty всякие плюшки есть. Да. Знаменитые. А где вот это должно было быть? Ты чё? Вот должно было вначале быть, нет? Да-да-да-да-да-да-да. Вот же оно. Вот это ты чё? Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и это тот... Когда этот... Вот он! Вот он! Пойди про батю. Вот он! Вот он! Который говорит: садок-то потерял, что-то такое. Мразь! Вот он, садок дырявый взял! Мразь! Accurate Battle Simulator. Просто жахните как следует, пацаны, и все будет норм. Давайте. Раз, два. Симулятор за битвы. Раз, два. Давай. Жарь! Так, хуйня. Не, ну это битва совершенно неравная, потому что... Что это, блядь? Чувак, в дырку надо было не с этой стороны вставлять, понимаешь? Сдохни. Победил? Не, вот эти слоумо, серьезно. Я сразу понимаю, я сразу чувствую, что в этой игре не будет совершенно никаких проблем для того, чтобы сделать превьюшки, блядь. После каждого вот этого боя ты просто спокойно смотришь на это месиво, которое здесь творится, и понимаешь, что происходит. Он просто ему в затылок щитом. Давайте просто... Не, ну круто, я не играл в эту игру, я видел, у Куплинова, кажется, уже было что-то такое. Там, получается, выставляешь такое, и они сами что-то дерут. Или у Куплинова, или кого-то я видел. Или мы на стриме, кажется, смотрели, что ли. Помню, кого-то я видел это, там что-то выставляешь, они сами дерутся. Или ты их контролируешь кого-то, что ли. Ну, что-то не помню там. Давай поставлю 6, я просто ничего не делал. Я просто не понимаю, что они делают вообще. Что они делают? Они бегут вперед, они ёбнутые, я понял. Они... они ебанутые, я все понял. Ни хрена себе! Ебать копать! Охуеть, они из-под земли до... Нихуя, они из-под земли... Чисто этот как прототип. Смотри, играли прототип? Как он то в шипы вставляет, в землю вставляет руку, лапкой своей, так и шипы прям... То же самое. Земли достают, короче, шипы, и просто вся толпа мигом... подожди, а сколько один делает? Я бы на самом деле убрал бы нахер вот этих, поставил бы протекторов 3 штуки. Чтобы они застопорили толпу. Поставил бы еще одного костяного мага. Типа шаман, можно сказать. И еще одного костяного мага. Вот это будет замечательно. И чувака... Да не, один справился бы. Просто вот здесь вот я не знаю для чего. Поехали. А, тут вот толпа. Это будет идеально. Он своих долбанул. Он своих долбанул, да? Чего, поехали. Это будет идеально. Да, они своих тоже долбят. Они просто... Как бросят, видели? А, все понятно. Отлично, против меня, короче, пацан, это я, если это сено, то их, конечно, лучше поджечь. Если это пень, то как они в него... Лучше пидать. Влезли. Вот два вопроса, которые не дают мне покоя. Это что? А, все, это продавцы зелий, я понял. Это вопрос, на который даже сам Жан Фрески не знает ответа. Самогонщики. То есть копьеносцы против этих пацанов вообще не действенны ни разу. Вообще ни разу, потому что в них вставляется все на копье и им нассать. И насрать, и в рот, и ебать. Потому что они застревают и все нормально. Пацаны в стогах охраняют кучу копьеносцев. А это означает что? Что? Что мне доступен мамонт. Все, конец, поехали, нехуй. Что ты серьезно, мамонт, разъеби как красиво всех бивнями, ну. На, нахуй! Во!
Вот! Вот живой это. Еще, живой! Встать, собака! Ему весело. Он не понимает, похоже, что он людей убивает. Он просто покатался на земле, ему похер. Покуркался такой по ним. Люди летят от веселья, от забавы. Он просто покатался по земле, он срать на все хотел. Красавец какой-то, посмотри. Тут даже думать не о чем, это просто победа стопроцентная. Вот и победа, блин. Ты кто? А я и не заметил. Ебаный, вот это... А я и не заметил в кустах. Это что делаете-то? Способы фермера какие-то. Я не заметил, пацан. Почти. Хорош рубить тебя. Чё тут по госуль какой? Я их все равно больше скопим, и все равно нормально типа рвут их. Охереть, вот это был сюрприз. Пацаны. Пацаны вылезли из травы. Не, тактично, тактично. Тактический ход классный был, на самом деле. Ой, как красавцы. Руби. Руби красиво. Давай. Хорош, еще. Нет, он не... Почему? Ты же должен рубить пачками. Сука, закололи нахуй. Обороняйся, руби! Руби прям вот так вот, всю пашню руби! Руби всех, ну что ты стоишь-то? Прям, вот так вот, дуговой атакой. Не, что-то смотрел, там, по-моему, чувак управлял ими, когда я вот что-то видел. Там поцарапал. Тоже такие же нелепые были, немножко графон похожий был, какие-то нелепые, там один рыцарь был, он управлял им как-то. Упается микрофон. Вы смеетесь? Куча валяет, ну мы выиграли, судя по всему. Но жнец вообще повелся не так, как нужно. Кидайте в него, что стоите-то? На нахуй. На нахуй. Спасибо. Наконец-то ты понял, да, что? Все? Че за звук? Не ходи к нему. Не ходи к нему, ты боец дальнего боя. Не ходи, отойди. Отойди, не ходи сюда. Молодец. Молодец, ну ты ты просто на всю голову. Он дальнобойный боец. Дальновидный, да, он дальновидный. У него, видишь, какие глаза? Дальновидный. Дай прибежку глянем. С водкой. Типа я на войне. Неплохо, неплохо. Так, когда там? 5 лет назад? Какого хера он лезет в ближний бой? Ты дурачок? Нет, совсем. Ну, на самом деле, к лучнику, когда неплохо будет подлететь на тачанке быстро. И еще один кидок зелий будет разбавлять обстановку как-то. А это что, тут с факелом уже стоят? Наверное. Да? Как-то так, ну-ка. Так, ладно, колясочек неплохо поехал. Ебать, а что такой большой-то? Так, давайте дальше фермеры просто разберут. Фермеры подняли восстание, бунт на короля, срать они хотели. Ну и все. Я так понимаю, здесь какое-то количество очков у тебя получается, ты можешь взять не всех атом. И отлично, ну и короля зарезали нахуй вилами. Как в принципе и в нормальных восстанческих... Да, как в французской революции, как знаете, есть приколы. Вот, не буду. В историях восстали крестьяне, зарубили нахуй короля. Вот. Ну да. Вот и все, король, а ты думал, ты самый главный, и тебе ничего не будет. Ща. Да там не крестьяне, на самом деле, там знать. Там знать его вешало на пике. Понимаешь, этот крестьянский ум моих пацанов взял тебя и уехал. Спасибо, пацаны. Спасибо, пацаны. Все? Нет, не все. Давай, король, не дури. Да хватит издеваться над человеком, ты просто ебать его. У него меч застрял! Так это нечестно, король, достань меч-то! Да, я собирался пизда, король, у него меч застрял. Нет, ну это сражение может быть бесконечным. С таким звуком у меня щит пролетел. Вот он, вот он, вот он! Да-да-да-да-да-да! Доставай, доставай, доставай! Я понял, здесь немножко физика не до конца продумана так. Встал, сука. Собрался силами, достал. Он просто устал, он отдыхал. Шо нахуй. Давай, последний остался. Хандабюрдит! Хандабир! На, нахуй. Это боевая кличка короля. Против нас здесь, соответственно, чуваки с обрубленными щитами. Это значит, какой-то... Это чистые греческие щиты. Это, наверное, средневековый Apple, да? Нет, это греки. Логотип где-то у кого-то, может быть, они, может быть, у них, не знаю. Но что-то, ты знаешь, на что-то похоже очень сильно, потому что как бы и тут... Я бы, не, ну, в принципе, да, чем похоже. Это... Или это у этих был спартанцев гоплит. Гоплиты были такие, бойцы гоплит, типа щитоносцы. Здоровенный щит гоплит. Как я не помню, как правильно. Гоплит. И были гоплиты, это воины такие были с щитами. Отгрызанные, там отъедено. Не знаю, не знаю. Никого обвинять ни в чем, конечно же, я не буду. Ни в коем случае, не надо, ни в коем. Я просто заметил, как бы, небольшое... Централы-то в греческие щиты такие были, блин. Вот твои, как бы, и чё? И что? Заметил сходство и сказал, поэтому не надо. Не надо мне тут, нахуй. Куда ты по... Не надо грязи. Поехал. Да. Да.
как изящ. Ну стреляй, стреляй, давай. Ну давай, стреляй. Спасибо тебе, ну ты пи***ц. А кричать уже поздно. А все, а ты стреляешь? Такой, блять, какой же... Сверхразум. Какой же долб***ёбый. Какой же... Ну посмотри, вот если ты не знал до сих пор, как выглядит... то вот он. Вот посмотри в его... В своей... В естественной среде обитания. Посмотри в его крестовые глаза. Это долб***б. Собственной персоной. Знакомьтесь. Давайте попробуем вставить его вот сюда. Пусть привлекает, мне же не жалко. Давайте будем надеяться на удачу, и что вот этот дурачок тоже попадет хорошо в этих. Давайте просто будем смотреть сверху. Смотри, Барт пошел. Что? Что ты на меня смотришь? Я спрашиваю, что мешало... На кого не смотреть? ...этим дурачкам с первого раза вальнуть вот так вот. Вот всего лишь два выстрела. Нахуй щиты. Туда же копья, туда же палки, туда же пики. Мы, как говорится, на коне, на катапульте, но у нас есть предатель, не особо одаренный головой. Вот, собственно, он. Ударенный. Ну-ка. Нана. Старший брат приехал. Это выглядит примерно так. Приехал старший брат. Скорпион римский. Так, ты готов, нет? Как ты? А, ты отдыхаешь. А, он позирует. Здравствуйте. А, это он был. Это он на превьюшке был. Это он. Вот он. Сфоткай тебе. Это позирование. Это позирование. Ну, а почему нет? О, да действительно. Это позирование на фоне войны. Нет, смотри, красиво так. А сфоткай, как будто я сражаюсь. Это, собственно, оно и есть. Ага. Это какой-то жрецкий анонизм получается. Они хилят сами себя. Они просто хилят сами себя. Так хочется, что это дискотека. Просто если вот так взглянуть, то это просто йоу. Пацаны обдолбанные какой-нибудь. А под веселые зажигательные треки и светомузыку танцуют и тусят. Нет, нормально. Но вот эта приюшка будет получше. Это реально норм дискотека. Хорошо, давайте поставим Зевса. Зевсу будет холодно, он уже трясется. Смотри, ему уже холодно, он уже трясется, он уже холодно. Ну, посмотри, давай, он трясется. Ему холодно, он думает, ты что делаешь? Дурачок, ты нахуй меня сюда поставил. Ладно. Дай, змеи отвлекают. Пока змеи... А, змеи уже все сдохли. А, нет, хорошо. Зевс ебошит здраво. И змеи, видишь ли, горгули? Пацаны, а можно еще под... Горгули. Ну, змеи зарядить, пожалуйста. А что с Зевсом-то? А что с Зевсом-то? Зевс, ты что? Тебе грустно стало? Что случилось? Зевс, что не воюешь-то? Так, мы сейчас мою армию тупо унизили, окей, Зевс... Тупо унизили, еще и поссали, ё-моё. Зевс себя не... Зевс, ты что делаешь? Что с тобой, Зевс? Они его потащили как трофей домой, нахуй. Они захватили Зевса в плен. Пацаны, хорош! Да серьезно! Да он нельзя так с богами! Пацаны, это же бог! Пацаны, куда вы его потащили? Оставьте его мне! Нереально, просто они несут его домой. Они сейчас скажут, сука, мы даже Зевса завалили, падла, кто на нас? И кто полезет? Но нам нужно чем-то разбить передний ряд. Нам, по идее, можно поставить баллисту прямо вот сюда вот. Прямо сюда вот, в этот в ряд поставить. Не переговаривай со мной, сука. А вот эти вот баллисты, они настолько... Нихера там, три этих поставят, три скорпиона. Хорошо, ну ладно, ничего страшного, поехали, посмотрим. Тактика. Так, ладно. Нормально, Минотавр покатил баллисту. Ты куда ее покатил? Ой, хорошо. Оставь баллисту в покое, дурень, блядь. Иди воюй руками, ты же Минотавр, что ты делаешь-то? Куда, да хватит толкать ты ее, блядь. Ты дурак, нет? Он сам справится, он сильный, он специально для этого рождался. Он для этого предназначается, куда ты ее тащишь-то? Минотавр, всю жизнь хотел стрелять, блядь. Бать, они ходят такие гордо. Ну здорово, на. Как он втащил? Да! Вмял просто его в этот снег. Он сначала лопнул, потом балы ему разбил. Нихуя, здорово! На нахуй! Уже точно никуда не ушел. Но Минотавры, короче, получше. Зевса справляется, это неплохо. Короче. Ой, злодей. Красава, он реально сначала его обнял, потом его дал. Да, за хорошо. Ладно, три кары. Хорошо втащил, такой, на нахуй. Викингов вообще не. Не берется. Серьезно, молнии Зевса! Вас бог карает! Прекратите сопротивляться! Лежите и наслаждайтесь! Вас карает бог! Что это было?
YouTube. Это Зевса бомбануло. Уйду, смертельно сделал. Что случилось, я не понял. По-моему, сам тоже. Ты помер, Зевс? Тоже помер. А, нихуя. Ну, я понял, Зевс, я понял. Это типа финально. Я сказал, сука, не слажу, так говном измажу. Впал все, что мог, и сдох. Красивый Зевс, молодчик. Это реально, ну, это серьезно, ты посмотри. Это посмотри, это просто... Ну, почти что. Я сегодня, кстати, за другую сторону, потому что у меня синий бокал, а я играю за красных. Ты никому не говоришь, что я предатель. Ладно, хуй с ним. Вот тут еще один забылся, пацаны. Один, один. Свой игрок в чужой команде. Один. А, он застрял. Березка из твоей, бля. Березка моя убьет. Сейчас меня кричит и не жалуется, и сейчас его убьют на туре. Сука, он застрял в березе. Но он предан был природе с самого рождения, поэтому... Не хочет. Не хотел. Поэтому не жалко. Уходить-то. У человека есть глава, он понимает, что его сейчас убьют. Он не хотел никуда идти. На, змеи полезли. А вот тебе и вся татара. Красивее, я же тебе говорил. А почему бы не хиляем по эту катапульту? Ты куда пошел-то, лысый? Во, да, правильно. Так, это конец. Это затыкали. На, змею тебе. Ой, смотри, змея кого-то убила. А, она убивает неплохо. Так, а можно еще трогать змею, пожалуйста? Окей. Так, nothing to see here. Не nothing to see here. Тут смотреть называется уровень. А, это новый! Мы то... Мамонт, точно. У меня же есть мамонт, я про них совсем забыл. А, вот они, враги. А кто против меня сражается, я не пойму. А где все противники-то? Вот же сидят в кустах. Не вот понял. Я должен поставить одного и выиграть, что ли? Ничего не понимаю. Где противники-то? Не видите? Я понял, он дурака валяет. Видите противника-то? Чего-то ни одного не вижу. Не понимаю вообще, где противники-то? Я сначала реально повелся, думал, не видишь, что ли? Где? Сука, ни одного не вижу. Где противники-то? Ну это либо какая-то охуенная маскировка, либо я что-то не понимаю. Я, где противники-то? Чего? С кем сражаться-то? Где мои противники-то? Давайте поставлю мамонта, просто, может быть, они выйдут. Я реально не понимаю, где они. Вот они! Вот это маскировка! По-моему, мама-то сейчас всех размотает. Но тот раз он размотал, я не помню, сколько был человек. Заметил! Не заметил! Ну пусть они думают так. Пусть они думают, что... Они даже не ранили, по-моему, его. У них есть какие-то шансы. Они так охуенно спрятались, ну серьезно, зачем обламывать пацанов? Я не хотел их расстраивать ни в коем случае. Вот совсем не очень. Они... Что? Так, а вот это уже не смешно. А, вот стоит, что ли. Final Destination Halfing. Половинивание финального достижения, чего? Ну вот здесь реально было внезапно. Вот эти два пацана против меня. Да мне кажется, там еще где-нибудь сидят. Или какие-то стоят кинеры, какие-то серьезные ребята. Ну как, блин, я не знаю, так пойдет, нет? Так пойдет? Хорош. Блять, ты успеешь? Он яйцами бегает по бетону, ему все... Что происходит? Ой, фу, это не смотрите туда, там не надо. Там что происходит? Что? Все. Какой нахуй дефит, алло? Что случилось? В смысле? The smallest... самая маленькая армия. Так, ну-ка внимательно посмотрим, а то в прошлый раз я... Здесь точно никого нет? Это мало ли. Сука, я не могу забыть эту маскировку. Она просто неимоверно хороша. Это тупик. Это ситуация безвыходная, я так понимаю. Да? А хотя он падает, подожди. Ща, подожди. Это Барт какой-то, что ли? Помогает, дать Барт. Взял новые технологии, все эти ваши. Это несправедливо было, считаю. Виары, хуары, вот это вовлечение. Все, дуешь микрофон, падает солдат. Ладненько. Больно губы-то. Давайте на этом закончим. Комментируйте, ставьте лайки, если на третьих следующих ручек, ребятушки. Ой, в смысле, в следующих сериях. Всем пока. Так, друзья мои, вот такая сегодня у нас с вами реакция получилась. Понравилось или нет? Напишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, будьте клевыми. Всем пока! Делай как по кайфу, родной, только в рамках дозволенного.